до нас вже завітала гостя Юліана Джулай. Вона сьогодні представляє в нас стретчинг та бодіворк. Вона тренер з цих вправ. Доброго дня. Здравствуйте. Дякуємо за те, що завітали до нас зранку. Тим паче, що пончиків поїли. Тепер вже хочеться... Тепер хочеться трошки скинути вагу, розім'ятися і зробити себе просто неперевершеною, такою, як ви. Ну і, звичайно ж, телеглядачі, наші 10-та година, вони, як завжди, вже встають трішки, я сподіваюся. Тому що досить, друзі, лежати, це боки вилежувати. Вже 2,5 години лежимо. І, звичайно ж, хотілося б, щоб вони побачили вправи. Ну і, звичайно, в понеділок, в середу та в п'ятницю ми анонсуємо, показуємо нашу постійну рубрику, яка називається «Спорт у місцен», в якій ви також безпосередньо берете участь. Ну і, звичайно ж, ваші враження хотілося б запитати від зйомок, від того, як працювати вам було на камеру, коли не бачиш телеглядача і для кого ти це говориш, чи виникав якийсь, можливо, дискомфорт? Мне было довольно-таки комфортно, потому что, ну, во-первых, конечно, я не сама, я в паре, да, работала с девушкой. Вот, но как бы ты представляешь, что эту информацию ты доносишь к зрителям, что тебя смотрят, и нужно ее максимально грамотно и полезно донести, поэтому дискомфорта как бы особо не возникло. Також хотілося б деякі анонси запитати, скажімо так, деякі нюанси. Взагалі, телеглядачі, які будуть дивитися цю рубрику з вашою участю, скажімо так, чи потрібні якісь додаткові навантаження перед тим, чи підготовка до цих... Ну, ми почали з самого простого. Перша рубрика, як я розумію, розмінка, да? Вот. Поэтому, если каждую тренировку начинать именно с этой разминки, конечно же, можно добавлять различные другие упражнения, но, в принципе, этого будет достаточно, это, в принципе, тот минимум, да? Вот. То этого будет достаточно, это и есть разминка. Отож, не будемо втрачати часу. Дорогі глядачі, вам даємо буквально декілька секунд, поки буде перебивка нашого нового дня та перебивка рубрики. Прокидайтеся, вставайте, давайте вже відкидайте ковдру і прокидайтеся наш разом із нашими спортсменами. Дивимося нашу постійну рубрику «Спорт у місцен», розминаємося. Джулай Юліана – артистка Санкт-Петербурзького театру класичного балету, кандидат в майстри спорту зі спортивно-бальних танців, тренер-педагог з бодіворк, стретчинга, партнерної гімнастики, класичного танцю, дитячий хореограф, а також мама. Всем здравствуйте! С вами «Спорт у місті Н». И я, Юліана Джулай, и моя помощница Ирина сегодня займемся стретчингом. Для начала определим, что же такое стретчинг. С английского это перевод «растяжка». Стретчинг – это комплекс упражнений, которые направлены на растягивание мышц. Благодаря этой нагрузке увеличивается подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными, гибкими, подвижными, что способствует дальнейшим нагрузкам. Стретчинг полезен как и для новичков, так и для спортсменов и танцоров. Перед тем, как заниматься растяжкой, наша задача – разогреться. Поэтому сейчас мы покажем ряд упражнений, которые способствуют подготовке для стретчинга. Ручки поставим на талии, ножки на ширине плеч. Опускаем голову. Раз, два, три назад, четыре. Раз, два, три, четыре. Все тело подтянуто. Два, три, четыре. Носик поворачиваем направо, затем налево, как будто хотим посмотреть назад. Еще спиночка прямая. Два, три, четыре. На бок. Два, три, четыре. Ощущаем, как шея растягивается. Раз, два, три, четыре. Круговое движение головой. Два, три, четыре. В другую сторону. Три, четыре. Начинаем работать плечиками. Раз, два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Еще назад. Два, три, четыре. Активно работаем. Два, три, четыре. Поочередно правая, левая. Разогреваем тело. Два, три, четыре. Выполняем глубокий вдох. Подтягиваемся наверх. Выдох. Опускаемся. Еще вдох. И выдох. Наклоняемся вперед. Растягиваем спиночку. И ручками вытягиваемся. Пружиним. Раз. Пружиним. Два. Растягиваем позвоночник. Три. Спиночка идеально прямая. Ручками тянемся к зеркалу. Четыре.
5, 6, 7, 8. И плавно опускаемся вниз. Собираем локоточки, тянемся в пол. Спиночка прямая, голову опустили, расслабили спиночку. Локоточками тянемся вниз. Колени идеально прямые, ножки параллельны. Тянемся, тянемся. Коленушки вытягиваем сильно. Беремся за щиколотки и притягиваем себя к ножкам. Локоточки отводим в сторону. Удерживаем позу в течение минуты. Локоточки смотрят в сторону. Поднимаем носик через прогнутую спиночку. Возвращаем корпус. Выполняем вдох, тянемся наверх. И выдох. Еще раз вдох и выдох. Продолжаем разогреваться. Вытянули левую ручку наверх, правую ручку за спинку и вытягиваем в сторону. На выдох тянемся в сторону. Пружиним раз, пружиним два, три, хорошенько разогреваемся, четыре. В другую сторону и вдох, ручку наверх, ручку левую за спинку и тянемся. Раз, два, три, четыре. Опускаем. Еще раз выполняем вдох, левую ручку поднимаем. Тянемся, тянем. Зафиксировали позу. Раз, два, три, четыре. Повернулись к правой ножке и тянемся вперед, вытягивая позвоночник. Тянемся. Два, три, четыре. Опустили ручки на пол. Проверяем, правая стопа. И левая смотрит в зеркало. Вытягивая спиночку, как бы через прогнутый позвоночник, да, наклоняемся к правой ноге. Вытягивая позвоночник, проверяем, что под лопатками, да, собираем под лопаточками, тянемся носиком к носочку, тянемся, не гордим спинку. Чувствуем растяжение под коленями, икроножная мышца. Тут же заворачиваем левую стопу и продолжаем натяжение. Прижимаемся к правой ножке. Прижимаемся к правой ножке. Растяжение чувствуем? Чувствуем. Да. Стретчинг очень полезен после тренировок. Для того, чтобы мышцы расслабились и растянулись. Тянемся вперед. Ничего не меняя в ногах. Поднимаемся наверх. Ножки чуть собрали, сделали вдох. Выдох. И повторяем все с левой ножкой. Вытянули ручку. Левая за спинку. Тянемся. Удержали позочку. Чувствуем, как правая сторона растягивается сейчас. Ладошка смотрит в пол. Да. Тело греется? Прекрасно. Нам нужно разогреть тело для того, чтобы дальше можно было растягиваться. Поворачиваемся к ножке. Спинка идеально прямая. Да. Вытягиваем, как будто мы себя вытягиваем. Коленки прямые, подтянутые. Обратите внимание на левую ножку. Да. Опустили ручки вниз, как будто хотим локоточками достать. У нас растягивается левая ножка. Ощущаете, Ирина? Да. Стараемся прижаться к ноге. Прижаться к ноге. Да. Коленушки подтягиваем. Да. Закрываем правую ножку. По одной линейке ноги стоят. И усиливается натяжение. Если выполняется движение верно, вы уже разогреты. Да. Возвращаемся. Тянемся вперед. На вытяжку работаем. Поднимаемся. И вдох. И выдох. Разогрев окончен. Ось так, дорогі друзі, як бачимо, все можливо, все реально і все достатньо таки легко. І ми пропонуємо зараз в прямому ефірі вам іще, скажімо так, бонус вправи для тих, кому було недостатньо рубрики. Отож, передаємо вам слово. Я хотіла би сьогодні зайнятися пресом. Сіли ровненько, ножки підняли наверх. Ми працюємо над боковими мишцями. Ножки натягнуті сильно, ми дуже скручуємося, працюють коси мишці.
Поднимаем наверх на мышцы. Ножки тянем. И раз. Два. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Так можно выполнять, ну, примерно 30 раз. 2 минуточки отдохнуть. Еще 30. И еще 30. Следующее упражнение. Нужно лечь ровненько на пол. Ручки по сторонам, ладошки опускаются вниз. Через прогнутую спиночку, как будто мостик хотим подниматься. Раз, два, три, четыре. Ручки. Раз, ножки дотянуты. Два. И мягенько опускаемся. Еще разочек. Раз, два, три. Тянемся вперед. Четыре. Раз, два. И опускаемся. Так тоже можно. Раз, 30. Маленький перерыв, 30, угу. И тогда никакого живота не будет, будут одни кубики. Это несколько упражнений. Также можно лечь на пол, ручки за голову, ножки вытягиваем. Тут еще и подключаются мышцы ног. И раз, два. И также работает пресс. Три, четыре, ножки вытягиваются. Раз, два, ножки тянем. Три, четыре. Хотя бы несколько упражнений, если выполнять ежедневно, угу. Можно утром и вечером, или хотя бы один раз, то будет результат. То есть, как я понимаю, это вполне реально то же самое, что просто обычные упражнения на пресс, да? То есть без... Да, это одни из упражнений, да, которые можно выполнять, они мягко воздействуют на тело. То есть тело становится, мышцы не просто закачанные, забитые, да, угу. Мышцы и крепкие, сильные, но при этом они еще эластичные, гибкие. Угу. То есть тут еще подключается и спиночка, и ножки. И работает, в принципе, весь организм абсолютно. То есть эти упражнения, они более полные, насыщенные, да, то есть угу. Для всего организма. Неймовірно, я хочу сказати, дорогі друзі, я думаю, що ви також здивовані тим, що можна робити. Отож, маєте можливість щосереди, що понеділка та що п'ятниці о 10:10 дивитися рубрику «Спорт у місті Н». І, звичайно ж, із професійним тренером виконувати всі ці вправи, ну і, звичайно ж, тримати своє тіло у формі. Повернутися до розмови і задати наступне питання. Ми знаємо, що ви молода мама, у вас зовсім ще маленька дитина. Як прийшли ви до такої форми буквально за декілька місяців, що дійсно по вас скаже, що ви просто молода юна дівчина з такою фігурою, з такою поставою? Спасибо большое. Как? Просто нужно заниматься. То есть тело свое нужно приводить в форму, и нагрузка должна быть правильная. Мягкое воздействие, естественно, да, чтобы организм постепенно приходил в себя, да, после нагрузки вот такой. Ну и, конечно же, желание хорошо выглядеть, прежде всего, для своего ребенка, для своей семьи. А как взагалі ви прийшли до цієї техніки? Тому що ми знаємо, що у вас... Шлях спортивний, скажімо так, достатньо таки тривалий. Ну, можна сказати, да, действительно, путь большой и длинный, но... Берешь как бы самое лучшее и самое полезное, да, от спорта, от хореографии, от балета, вот, то есть выбираешь самое лучшее. А взагалі на цьому шляху, скажімо так, які етапи були розвитку, скажімо, для наших телеглядачів, я думаю, цікаво. Ну, я начинала, можно сказать, да, начинала с спортивно-бальных танцев, сама тренировалась, потом у меня был свой коллектив. Затем, конечно, во время, вернее, этого развития и тренировок, мне хотелось, это была моя мечта, работать в театре именно классического балета, именно заниматься классической хореографией. Я начала детально, ежедневно все изучать, ездить на уроки и в Одессу, брать частные уроки. Вот. И потом, когда я пришла к определенному уровню, я поехала в Санкт-Петербург, где и начала работать. Угу. Ну, было непросто, конечно. Много пришлось добирать, набирать. От тож, ну, як бачимо, це яскравий приклад, дорогі глядачі, для кожного, мабуть, з нас. Це те, що наполегливо, щоденна праця, вона все ж таки приводить до тих результатів, про які ми мріємо і яких ми хочемо досягнути. Ви тренер по тренуванню з бодіворк. Це досить така нова техніка для наших телеглядачів. Хотілося б дізнатися буквально в двох словах, що ж це таке. Бодіворк – це вид фітнес-тренувок, який включає в себе как силовую кардионагрузку, растяжку, то есть тело, оно и подтягивается, и мышцы прокачиваются, укрепляются, но при этом они эластичные, они еще и растягиваются.
Лише, як бачимо, все реально, Інна вже під час перебивки невеликої сказала, що я теж хочу займатися таким. Все. Тому, я знайшла себе. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дійсно, вам було спасибо. Приємно поспілкуватися і дійсно побачити приклад того, як можна наполегливо досягати і приходити до своєї мети. Дякуємо спасибо. Вам за це, звичайно. Дякуємо.